Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» в этом году прошел под девизом «Сохраняем культурное наследие татарского народа» и приурочен к Году культурного наследия народов России. Творческие коллективы прибыли из разных регионов России. К примеру, народный ансамбль «Елан» приехал на фестиваль из Оренбургской области. Коллектив выступает на конкурсе ежегодно, занимая призовые места. Нам очень нравится. Нравится, в принципе, все. И организация, знакомство. И все-таки посмотреть на других детей, людей, как профессионалы другие работают, мои коллеги. Мы все волновались, но мы были очень рады, то, что мы выступили здесь. Танец – это просто моя жизнь, в которой я живу, вдохновляюсь. Это моя душа. Фестиваль призван привлечь интерес молодого поколения к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному искусству. «Мирас» вносит огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества. Третий международный фестиваль «Мирас» занимает свое особое место. Это и широта географии. Широта охвата участников – это огромное количество номинаций, в которых могут представить свое творчество представители разных творческих коллективов, как хореографических, так и вокальных. Участники конкурса – это представители не только татарского этноса. Здесь, на сцене фестиваля, мы видим представителей разных народов. Таким образом, осваивая татарскую культуру, они постигают еще одну культуру, еще одного народа нашей многонациональной страны. В программу включили произведения, связанные с историей и современностью. И таких довольно много. Конкурс проходил 2 дня. Каждый год, можно сказать, мы удивляемся, восторгаемся талантами. И начиная с 5-летнего возраста, и у нас, в общем, мы до 100 лет можем как бы слушать конкурсантов, потому что даже 70-летние, они прекрасно звучат, прекрасно поют и, в общем, вот, скажем, покоряют нас своим талантом. Более 20 лет фестиваль детского художественного творчества проходил в Самаре под названием «Поют татарские дети». С 2017 года конкурс обрел новый формат и получил название «Мирас», что в переводе означает «наследие». В фестивале принимают участие юные артисты из детских музыкальных школ, школ искусств, студий при домах культуры и учреждений дополнительного образования. Из года в год растет количество участников и расширяется география. В 2019 году фестиваль приобрел статус международного. Елена Чернявская, Николай Епифанов. События.